Нет, мы собираемся ехать в очень крутое место и берем вас с собой. Это наша парковка. Естественно, забыла поснимать все. Вот мы тут едем, где тоже мы назвали это местной рублевкой. Потому что здесь, если вы видите, тут даже есть забор. Дома уже все красиво закончились. Мы в Оквилле уже. Да. Сейчас будем отсюда снимать наш репортаж. Вот он шпиль, видите. Что, свернуть куда-то или что? Давай куда-нибудь, да. Или подальше. А где площадки? Как бы тут надо погулять, и чисто сейчас что найдем. Город еще спит, никого нет. Время на секундочку 10 часов, начало 11. Очень странно. Но еще все спят. Что у нас тут такое красиво? Ну, это много тут. Такой машины не нравится. Дом, вон там шикарный кондо, шикарный. И тут вот всякие такие лодочки. Ну и люди гуляют, типа нас. Оп, вид вам такой отсюда дам. Красиво. Наш вперед уже ушли. Да, сейчас я вам себя покажу, что ли. Опа, идем. Идем мы с Глебчиком, вон что сзади нас. Надеюсь, что куда-нибудь сейчас придем. Это боулинг на траве. Там бабульки всякие развлекаются. Сейчас я подождите. Никого нет сзади меня, вроде нет. В общем, мы идем себе. Приехали, это место называется Оквилль. Даунтаун. Мне его Вика показала. Вика, тебе привет. Вот, и мы, в общем, решили приехать на разведку. Сейчас мы сюда не шибко собирались. Вот сейчас приехали, хотим посмотреть. Думали погулять, но, блин, что-то так душно, что мы не знаем. Поедем, не поедем, или вообще сейчас домой поедем. Посмотрим. Какое-то историческое общество историков. Посмотрим, какой тут домик. Тетенька вон рисует. Сейчас посмотрим, что у нас тут красиво. Безумно. Ой, вот знаете, что классно, что здесь вот так вот все как бы для людей. Приходи и отдыхай. Только приходи. Какие-то вон там скульптурки. Еще что-то я ее не смогу зафоткать. Домик. Вот там вот за деревьями уже виднеется озеро. Наверное, меня опять тихо слышно, потому что что-то я тихо говорю. Плюс еще воздух, все такое. Но не переживайте, у меня уже буквально скоро-скоро будет новая камера, на которую буду снимать. Пошли к волку наши люди. Ой, здесь мокро. Ах ты ж, ёжик-матрёжик. Тут мокрая трава. А, лось какой-то стоит, блин. Черт. Он какой-то тут что-то, да. А, лось, которым подбираются волки. Да, то же самое. Лось и волки. Ну, в общем, да, чьи-то там деньги построили. Да, такие вот дела. Сейчас, надеюсь, мы все-таки пойдем к озеру. Там народ рисует еще. Не знаю, видно вам, нет? По-моему, красиво очень. Умиротворенно, я бы так сказала. Сейчас будем кушать. У нас с собой есть немножко еды. А что-то как-то с веганскими ресторанами тут, походу, дело беда. Не можем ничего найти. Колонка. Борис, она, наверное, так, декоративная. Вот. Еще такие вот дела. Идем дальше. Тут какой-то вот такой вот. Какой-то дом, я не знаю, почему-то у меня ассоциируется он с домом Рузвельта. Там какое-то наклоненное дерево. Не знаю,
красиво так не могу. Мы покушали с Глебчиком, Олежка. Да, Глебка, ты перекусил? Да, прилично так навернул, надо сказать. Аж бутылочка ломалась. Там вон кораблики ходят. Я не знаю, видно вам, нет корабликов? Там вот, наверное, не видно. Вот, о май гаш, тут детская площадка. А, и вот эта дорога уходит, походу, делает, вот там, видите, человек идет в желтом вниз, и прямо вот озеро, да, вон прямо озеро. О, мы сейчас туда пойдем. Боже мой, как красиво, как мне здесь нравится. Варенье, детская площадка. Здесь такой спуск, и дальше идет вода. Смотрите. Вообще вода, может быть, я где-то говорила, это вообще не моя стихия, я ее боюсь. Ну, как-то да, у меня какие-то куча предубеждений, все такое. Но смотреть на воду – это одно из лучших, что вообще я могу делать. Одно из лучших действий. Гляньте, какая красота. А там вон кораблики. Ну, мы сейчас туда пойдем, покажу вам. Это одно из лучших утр, наверное, за последнее время. Пойдем. Барюськи. Пирс! Так прекрасно. Это просто одно из лучших утр вообще. За последнее время точно. Барючка, нет, это очень опасно. Очень опасно. Да, можно упасть и все, и привет. И дядя. Да, никто не поможет. Ни дядя, ни тетя. А папы нет. Папа боится, мочит платье. Смотри, как красиво. Я тоже хочу найти камни. Это как попадет? Или это достойно взрослой женщины сфоткаться на камни? Да. Как ты считаешь? А губы у меня еще розовые? Губы у меня еще розовые? Все трясется, я не пойму. А ты так, знаешь, пальцем фокус сделал. Боже мой, отсюда такой классный вид вот туда, на эти кораблики все вообще. Боже мой, как прекрасно. Мне кажется, даже морем пахнет, нет? А мы идем в поисках кафешки. То, что мы нашли, не работает. Сегодня выходной день, поэтому сегодня ничего не работает, естественно. Как сегодня праздничный день. Могу здесь бру. И место. Глебка такой. О боже, что такое? Ресторан Парадизо называется. Вот, в общем, мы тут сидим. Мы практически одни. Сейчас будем кушать. Парить в приличных местах шапочки снимают, да, да. Ты же джентльмен. Портабелла Машу. У мамы пицца, о которой она мечтала давно. Ну и салатик.